Всем привет, канал Анжелы представляет. Раз, паковочка, два, паковочка. Всем привет, привет. У нас распаковочка в четверг, как всегда. Здесь у нас куриные шницели. Не окорочка, куриные шницели. Вот так. Сосиски такие. Это распаковочка. Куриные шницели. Это бесплатно все. Сосиски. Вот такие. Перцы. Хорошие сегодня, крупные. Штук 8 привезли перцы. Морковка. Вот такая. Где-то килограмма 2. Кукуруза. Прямо такая вот. Еще в шелухе. Кукуруза такая. Почему-то они постоянно привозят в эти запакованные. Кукуруза. Вот такая. И что-то здесь еще. А, и петрушка. Тоже неплохая петрушка. Вот в пакете. Все. Грейпфрукты. Не все. Грейпфрукты. Штуки 3. Грейпфрукты. Вот такие, они грязные. Так, это один ящик. Так, хлеб нерезанный. Вот такой. Хала. Мы не едим, я отдаю ее соседям. Это куриный сухой бульон. Вот так. Да. То есть его добавляют в супы. Есть килограмм. Рис. Каждую неделю привозят. И опять же говорю, что я соседям отдаю. Молоко. Два кефира. Спагетти. Перволя паста. Два творога, как обычно, вот такие, 5%. Две пачки вафель с ореховым вкусом. Вот такие. Это верите, виноград. Килограмма 2, наверное, винограда. Замороженные овощи. Можно в рис добавлять, в суп. Это горошек и морковка. И яйца. 12 штук. Ларч. Вот такая распаковочка. Ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. Подписывайтесь. И колокольчик.